я все так, спокойно. Последний вопрос. Мне понравилась ваша идея по поводу СВР. Да, благодаря этому я... А в Голландии? Ну, в Голландии нет, я не учу голландский, я справляюсь больше на английском, мне это помогает, так как все жители, в принципе, понимают английский язык, и стараюсь уже как бы дорабатывать свой английский язык и общаться на английском. Да, я пока что в Голландии, да. Так приезжать, буду приезжать в Кишинев, но пока что много. Да, пока что там в Голландии. Хорошо. Спасибо. 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 Все, можно. Возможно, еще позже. Ну, это понятно. Главное, поезжай впереди. Могу легко пишем дальше. Поэтому я должен тут целился в дно. А он целился в нос все время, тоже. Только в нос. Да не, я хотел достойно. Я просто не получался, что я сейчас. Я согнал много веса, и я вышел на экономную работу, потом шел. Молодец, нет, главное. Чуть горит в каком-то смысле, но очень спокойно, уверенно двигался, легко так, не парился, это тоже многое значит, да. Так. Я думаю, что главный бой еще будет. Да, конечно, это только все начало. Да? Дарин. Давай тогда я. Кто разбит микрофон, давайте создавать микрофон. Мы нам приступим к трех разбитке. Может каждый индивидуально, может это будет там и на момент повторять. Можно потянуть просто тело, размер. Хорошо. Да, так. Давайте скачать баланс, да, если кого-то получается, а он облагает, то сразу приезжает руки. Я сам давно не растягивался. Еще потихоньку с двойки. Я так буду немножко смотреть.
Чтобы удар резче получался, вы мысленно старайтесь возвращать просто руку быстро назад. Вы выбрасываете ее и думаете уже о ее возврате, чтобы быстро ее возвратить. И тогда удар получается быстрый, хлесткий и очень мощный, в принципе. И поэтому постарайтесь быстро возвращать удар. Прямо, ровно, больше наворачивайте, больше наслушивайте. Да, отлично. Отлично, закончили. Так, закончили.